попробуем нырнуть. Ага, вижу. А, я дурак! Да ящерица, ты тупая! Ребята, ну, в принципе, можно, да, видели? Ребята, всем привет, вы на канале Папа Фан 2 Машинки, сегодня поиграем в Yarn Today 2. Да, будем давить зомби, выполнить задание. Готовы, ребята, готовы? Так, давайте начнем, наверное. Я эту игру, режим истории, всю прошел. Эй, я всю прошел. Где мои сохранения? Ладно, неважно, я ее проходил, ребята, у меня выпуски там должны быть. Должны быть у меня выпуски. Так, миссии. Миссии. Вот здесь, кстати, сохранились даже миссии, смотрите. Так, уровень 2 я еще не выполнял. Выполнял, но... Смотрите, два задания прошел и все. А сегодня я буду проходить что-то новенькое. Исследование, режим исследования. Вот это мне интересно, больше уровней на подходе. Ребят, это что-то новенькое, похоже, нас добавилось в этой игре. Раньше не было. Так, уровень 1-0 из 3 наборов. Дайте-ка прошвырнемся. Эй, прошвырнемся. Что-то здесь, короче, нужно найти. Исследование, уровень 1-1, найдено 0 из 3. Ребята, нужно... Что-то здесь нужно найти. Здесь что-то неладное просто творится. Ай. Опа, что-то нашел. Набор для выживания найден. А! Ребята, так, запомнили. Сверху едем, там у нас ящичек один уже взял. В следующий раз, похоже, не нужно будет там ехать. Так, есть второй, смотрите, сколько нужно найти всего. Так, сколько ж там всего-то? Сколько ж всего там ящичков? Так, и где они есть-то? Так, вниз, наверное, надо было нырнуть. Вот здесь, наверное, надо было нырнуть вниз. Ага, надо запомнить. Так, два наборчика нашел. Из 4, похоже. Так, из 4. Ну-ка, сейчас мы проверим. 2 из 3, ребята, что-то там мы забыли. 2 из 3 наборчиков. Ладно, поехали, сейчас вниз. Спокойненько проеду, буду искать набор последний. Так, здесь. Нет, здесь не должно быть. Это дальше будет, где такой затяжной прыжок вниз. Там где-то должен быть еще один наборчик, ящик. Ать, зомбяшки. Ать, вот здесь вниз. Нет, не здесь. Так, где? Эй, ну-ка, палочка, выручалочка, разваливайся. Так, в принципе, здесь должно было быть. Патроны закончились. Ну и бог с ними. Так, а где еще-то ящик, я не понимаю, а? Где еще один ящик? Вот здесь ныряем. Ать, есть, есть, вот здесь ящик по-любому где-то должен быть. Так как, ого, вот он, есть, ребята, отлично. Отлично, отлично, продолжить. Так, продолжим, доедем сейчас до конца, там осталось немножечко. Так, нитрушечку даже можно включить. Так, отлично. Так, 0 из 4, поехали дальше, нам что-то там рекламку даже пытаются подсунуть, суют что-то рекламные паузы. Так, вот здесь, ну с первой попыточки, конечно, вряд ли получится собрать все ящики. Да, потому что здесь выбирать нужно одну дорожку, либо сверху, либо снизу. А, вот на карте, кстати, на карте-то у нас вот эти точечки на карте, да, яй-яй-яй-яй-яй, да что ж ты будешь делать-то, на карте точки желтенькие. Это сундучки, похоже, ага, сундучки, понятно, они все-таки облегчили задание, как бы, чтобы мы знали, где находятся эти сундуки. Патроны закончились. Так, наверное, надо было сверху ехать. Не знаю, сейчас посмотрим. Ать, ой, а как? Нет, я тебя не достану. На этот раз надо снизу. А здесь другого выхода нет у нас, просто нет выхода. Хотя, можно было сверху. А! Мы сундук проехали, а его нет. Это как так понимать?
Надо было сигать наверх, похоже. Так, сейчас. Ускорителя у нас нет, а я что-то жму, пытаюсь нажать на нитро. А ускоритель-то нету. Утерян ускоритель, да и машиночка уже дымится. Ладно, доезжаем до финиша. Можно было, в принципе, сразу перезапустить. Так, но я решил доехать. Эй, набор из четырех. Сейчас на этот раз мы, ребят, сейчас проедем сверху. Так, вот здесь вот. Ой, надо было наверх, надо было доверх. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, поехали, там, может, другие возьмем. Попробуем, по крайней мере, это сделать. На этот раз мы едем, мчимся просто как бешеные псы. Ага, все в лохмоте просто разлетается, ребята, в щепочки. Ёх ты. Так, нитро особо... Ай! Нет, я не смог заехать наверх. Ага, вот здесь. Ай-яй-яй, да вторую зону надо было. Да что ж ты творишь-то, а? А вот здесь что творится? А, ребята, вот здесь. Ой, на верхнюю зону ускоритель здесь нужен. Так, все, перезапускаем. Сначала. Так, сначала. Да что ж ты будешь делать? Я в любом случае должен наверх заехать. Залететь просто должен. А чтобы залететь наверх, мне нужно что-то сделать такого. Ну, попробовать почистить и на нитро. Вау! Ай! Тихо, есть. Отлично, взял. Так. Как же дальше-то, а? Как же дальше? Как остальные ящички забрать? Тоже придется пользоваться нитро. По-другому никак. Ну. Эй! Главное турбину не потерять. Вот основная наша задача. Без турбинки здесь делать нечего. Опа. Ай! Тихо. А вот здесь что? Вот здесь нужен разгон. Отвечаю. Бам! А чё разгон? А где всё-то? Ой, по крайней мере... Фу, задел. Отлично, ребят. Ну, хоть одну забрал. А ту уже пропустил. Сначала я... Ага, засчитали всё-таки наборчики. Я аж испугался. Думаю, сейчас не засчитает набор. Так, нитро не тратим. А что я сделал не так в тот раз, а? Почему я... пролетел ту зону? Не понимаю. Сейчас я попробую все-таки взять этот ящик. Попробую до него добраться. Он где-то посередочке, где-то между верхней и нижней платформочкой где-то находится. Угу. А как же тебя взять-то? Как-то надо умудриться. Так, машиночка, давай не чуди, пожалуйста. И главное... турбоускоритель не откидывай. Так, подожди. Кажется, я не там еду, ребятушки. Нет, я не там еду. Ой! Ай! Давай, не чуди, давай. Ать, мне нужно вот туда наверх. Ребята, отвечаем, нужно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. На! Не получается, ёшкин матрёшкин. А как туда заехать? А, как же туда заехать? Заехать нитро. А, у меня, в принципе, и нитро еще есть. Вау! Нет, нитро мне особо не помогает что-то. Ладно, перезапускаем. Давайте еще попробуем. Так, как же тебя взять-то, а? Как же тебя умудриться взять? Сейчас будем придумывать что-то. Что-то будем думать, ребята. Сейчас подъедем поближе. И будем думать. На этот раз я поеду сверху. И попробую сигануть сверху и попасть именно в центральный тоннель. Чтобы зацепить эту коробку. Ну, тут вариант вот такой только остается, наверное.
так как снизу вообще никак не получается заехать. А вот сверху, если запрыгнуть, то, в принципе, наверное, и можно. Так. Так. Здесь наверх. Здесь тоже наверх. Здесь тоже наверх. И... Подожди. Здесь тоже наверх. А! Патроны закончились. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ребята, вот здесь вот внизу где-то он валяется. Дать попробуем нырнуть. Ага, вижу. Ай, я дурак! Да ты ящерица, ты тупая! Ребята, ну, в принципе, можно, да, видели? Сейчас, аккуратнее. А почему он перевернулся, дурачок, а? Вот он меня взбесил сейчас. Ну, уже схватил было. Ну, схватил же, уже вот 100% уже там ящик в руках был. Но все-таки что-то начудил. Нырнул неправильно. Так, нырнул-то правильно, а вот встать уже не смог на колеса, ребята. И скатился куда-то прям... назад. Ой, финтик даже умудрился сделать. А, вот так вот. Ай! Ай, едем. Ай! Вот здесь. Момент такой. Ай. Опа! Отлично! Отличненько, ребята. Продолжить. Продолжим, давайте доедем до финиша. До заправочки сейчас доедем. Вот, вот здесь можно полетать. У-ху! Вот это мега полет. Просто лишь бы тачку не разбить. А, защита слетела. Патроны закончились. Ай, смотрите, без капота как выглядит тачка. Класс. Все-таки я это сделал. Так, гаражик. Какой гаражик? Ой, это что за дела-то? Так, 4 из 4 наборчиков. Ребята, уровень 1. Первый 3 из 3, 4 из 4, 0 из 5. Ага. Ну, на этом пока тормознем, ребята, да? Если вам понравилось, обязательно подписывайтесь на канал Папа Фан 2 Машинки. Жмите на колокольчик, будем играть в нее дальше. Посмотрим, что за задание, что за ящики там у нас будут спрятаны и где они будут находиться. Непонятно пока. Это будет в следующем выпуске. Все узнаем и обязательно пройдем. А на этом все. Делитесь этим видео, ставьте лайки, комментируйте. С вами был Папа Фан 2 Машинки. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.